Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо, что сегодня пришли. Я такого вообще давно не помню. Это просто что-то невероятное. В этот серый, мрачный день вдруг тут собирается целый центральный дом художника. Спасибо большое, что пришли. Я что-то так посмотрел в программу и понял, что программа довольно насыщенная, поэтому надо больше петь, меньше петь. У нас сегодня гости. Очень приятные гости. Долгожданные гости. Но в результате появления этих гостей, которые будут выступать где-то там во втором отделении, структура концерта довольно сильно меняется. Я обычно начинаю вот это издалека, потом как когда-то мы учились с Георгием Васильевым на географическом факультете Московского государственного университета, что, собственно, является честью права, мы действительно там учились. Я учился на кафедре физической географии зарубежных стран, а он как раз наоборот на кафедре экономической географии Советского Союза. И потом мы жили, не дружили, потом мы начали петь, начинали петь какие-то старые песни. А сегодня все получится наоборот, мы все старые песни будем петь во втором деле. Поэтому я начинаю с того. Кларнета и трубы. И зрители моего поколения обычно говорят: «О, кларнет и труба! И где тут Ев?» Нет, дорогие друзья, это не те кларнеты и труба, на которых играл замечательный сосед из песни «Единц Незваны». Это как раз наоборот, те кларнеты и труба, которые у Акуджавы. Помните? Кларнет пробит, труба понятна. Вот мне захотелось, чтобы вот эти кларнеты и труба заиграли бы снова. Поднимайся, хватит спать, словно свеч на столбе. Поднимайся, душа, принимайся, на кладете и гладе трубе. И в пучине страшно питаться, и лафан, как прежде шарше. И приходит пора пробуждаться, даже очень уснувшей душе. Потому что она а бормоту тебе я не случайно дана. Ведь когда в небесах делать начали нас, для тебя кто-то именно эту приказ. И назад ее примут едва ли до того, как наступит пора. А попытки ее потихоньку продать среди того, где ты до добра. И она не на месте бывает, даже в пятках дрожа иногда. Но потом прибегает обратно, не давая тебе отступать. Ты лишь вовремя и аккуратно подавай ей команду не спать. Потому что она у тебя бормота всего лишь одна. Это орган не парный, и как ни крути, адекватной замены его не найти. То не ветер бушует напором, то не скоро бежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба, подают позывные свои, подают позывные свои. Всего лишь одна. Это орган не парный, никак не крути. Адекватной замены не будет. То не ветер бушует над бором, то не скоро жарит ручьи. Это снова и снова кларнет и труба. Подают позывные свои. Подают позывные свои.
большое. Все-таки я подумал, что две старенькие песенки в самом начале, а может это не, две старенькие песенки в самом начале, они вполне уместны, потому что нужно все-таки вспомнить эти дикие горы. Знаете, вот следующую песню я представить себе не мог, что я когда-нибудь буду петь ее в каких-то залах. Она написана по абсолютно по всем канонам авторских песен. Лохматый, небритый студент. Мокрая палатка. Гитара за 6 рублей 50 копеек. Кто помнит гитару за 6 рублей 50 копеек? Шуховская. Правильно, Шуховская. У меня здесь был винтик. С помощью этого винтика регулировалась возможность на нем играть. Потому что если неправильный винтик был привинчен, у нее этот гриф вставал таким образом, вот и все. И можно было только единственный способ предложить на него камыш. Потом продавливался, в одном мудрые люди подкладывали потом карандаш или карту. Песня, которую вы сейчас услышите, была написана на гитаре за 6 рублей 50 копеек, куда был подсунут маленький, но топорик. Больше реально ничего не помогало. А потом погибла эта гитара, от нее ничего не осталось. Но все, что описано в этой песне, все правда, все так и было. Мы все ей разъезжались, у нас был очень дружный курс, мы очень любили друг друга. И не только друг друга, мы долюбили и другие курсы, мы любили весь мир. Было какое-то удивительное время. Мы застали золотое время Московского университета. Чему я страшно рад. И наши студенческие практики воспринимались как неотъемлемые части жизни, как расставание с друзьями. И, наверное, трудно представить себе ту радость, которую испытывал студент молодой. Никакой эмы и никакой мессенджер не сравнится с восторгом, когда ты заходишь на почту, например, в поселке Черкова-Ната, и так небрежно спрашиваешь. Две ваши тысячи? Да, стоит. Там спрашивают. Да, вот, пожалуйста. У тебя по коже бегут мурашки, потому что твои друзья, которые сейчас находятся в разных концах Советского Союза, да и не только Советского Союза, из других стран, да, доходило. Они написали тебе о том, что с ними происходит. Эти письма шли 10 дней, 2 недели, 3 недели, а ты заранее знал, что ты заедешь в Челкова-Нату. И вот ты сидишь, перебираешь эти письма и думаешь, вот этот человек сейчас там, а этот человек сейчас там. В этой песне про всех этих людей идет речь. Там даже есть один удивительный персонаж, вы его сразу узнаете в этой песне. Дело в том, что я, как настоящий студент кафедры физической географии зарубежных стран, вовсю изучал физическую географию зарубежных стран на примере нашей необъятной родины, на озере Сыхун. А мой друг и соратник, студент кафедры экономической географии Советского Союза, как раз в этот момент изучал экономическую географию Советского Союза на студенческой практике в Париже. Все это отражено в песне, которая как-то совершенно без моего ведома вот уже скоро 40 лет, как жила себе и жила. Точно ты все пугай сплошной пеленой, и ночь чернила не льется с вершин, и серой горной курчавой стеной. Письма на честь дальше расскажи. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарь в руке, мерись по полу. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолет. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки, где-то в степях зацветает полынь. Там за хребтом мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Куль. Сплошной пеленой и ночь чернила льется с вершин,
И серой горной бурчавой стеной лесник на честь тебя раскрошил. Кто-то веснушки лесной тронет безмолвье струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам де Пари на языке говорит, но на зарубежье. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не Бог. Пусть нас опять разделила стена. А за стеной мир живет, мир шумит. А у нас только дождь, но не стук. Сплошной дух и ночь. Чернила льется с вершины. И серой горной курчавой стеной. И снег на честь меньше расскажи. Еще две очень старых песни, каждая из них больше, чем по 20-25, какой-то 30 лет. Обычно спрашивают, как вот песни сочиняются? Да никак не сочиняются, как правило, никак не сочиняются. Годами сочиняются, десятилетиями сочиняются. Есть песни, которые сочиняются много лет, которым еще и конца и края нет. В связи с этим я тут собираюсь делать некоторый перерыв в концертной деятельности, где-то на гвозди, наверное, что этот концерт, который у меня, можно сказать, отчет, а потом я сажусь дописывать. У меня 42 придуманных, но не дописанных песни. Возможно, из этого что-то получится. А есть несколько песен, которые были сочинены сразу в один месяц. Всего 4 или 5 в жизни. Вот две из них. Похожие на нас.
Попугаю встреча, старый боцман с ними, я к тебе взгляну на минуту-другую. Я сопливый матрос, и едва заштормит, под коленками дрожь, удержать не могу я. Не то что боюсь, просто ж я не привык, хоть в мои-то года быть пора капитаном. Я хочу все уметь, расскажи мне, старик, как быть добрым, большим, мудрым и постоянным. Приоткрой мне, старик, тайны древних морей, ты ведь знаешь, чем со мной поделиться. Ты ведь знаешь язык рыбы, птицы, зверей, ты ж сумел научиться говорить с моей птицей. Научи штрафа, ром хлестать из головы, научи слабозня длинноногих красоток. Жить, чтоб как у тебя жизнь под ложечкой жгла, чтоб по жилам не слось сумасшедшая жжёта. А еще кисло, как тайфун обогнут, как не падать за борт, штормы так же, как в штиле. Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть. Расскажи, как мне жить, чтобы не утопить. Ты же объездил весь мир, что ж ты, боцман, молчишь? Что же птица твоя вдаль глядит, не мигая? Видно, боцман, ты прав, жить нельзя ночи, можно лишь научить говорить попугай. Нам по шкуре чужой не прочесть ничего, мы на шкуре своей все испробуем свой. И уже лишь нашим штиль греть под солнцем живот, не затем мы идем в беспокойное море. Я уж как-нибудь сам жизнь на рискну изучить, а можно ли боцманом стать, бурь и грозы сбегая. Так что ты уж старый боцман, молчи, и скажи, помолчай своему попугаю. Спасибо большое. Уместно будет спеть еще одну старую песню, она лишена всякого смысла, но здесь есть самое место. У нас еще будет несколько таких прорывов, ну как это, оков бессмысленные. Оно еще у нас появится дальше. Не волнуйтесь. Но сейчас оно, это будет первое окно. Просто сигналы летают и ретранслируют. Окно бессмысленное. Очень старая песня. Я совсем про нее забыл, не пел ее довольно долгое время, а потом вдруг однажды, несколько лет назад, на концерт в Америке, ко мне подходят люди и говорят: «О, вы знаете, Алексей, мы тут, у нас в нашем городе, не помню, в каком, честно, очень много, вы знаете, да, во всем мире, огромное количество клубов авторской песни. Их сотни и тысячи, десятки и, боюсь соврать, но сотни фестивалей авторской песни в мире проходят каждый год. В Америке проходят десятки фестивалей. Я не раз там бывал, там очень интересно, бывают там прекрасные авторы, замечательные. А какой человек говорит: вы знаете, Алексей, у нас в городе есть клуб самодеятельной песни. Мы собираемся, поем песни. Мы ваши песни с Георгием тоже поем.
Я возгордился, конечно, награда нашла. Слава нашла пальца через экран. И он говорит, знаете, мы одну вашу песню поняли. Я затих, так сказать, да, вообще, проще нам будет, проще. Сочинем песен на 200-300, одну не поняли. Нет, мы не в этом смысле. Мы проникли в ее тайную суть. Мы поняли, что вы имели в виду, когда ее сочиняли. И теперь, когда мы поем ее хором или поодиночке, как пойдет, мы чувствуем свое единение как с вами, так и с теми другими всеми, которые знают про что она. Я не стал у него спрашивать, потому что я-то никакого смысла у меня вообще не вкладывал. А потом стал ее каждый раз петь. На концерт. Надеюсь, что сейчас про повторение я сам смогу проникнуть в ее. История этой песни такова. Будучи еще студентом, я отправился в Алма-Ату на фестиваль. Тогда это называлось фестиваль студенческого творчества. Там было много всего. Там был фестиваль вокально-инструментальных ансамблей, который был тогда, зрители моего поколения знают, что такое вокально-инструментальный ансамбль, чем он отличается от рок-группы и чем все это отличается от искусства. Так вот, фестиваль вокально-инструментальных ансамблей был закамуфлирован под фестиваль политической песни. Фестиваль народного творчества там был, там были танцы, там были народные хоры, там была студенческая песня. Я, кстати, принимал участие там как рокер, я играл на своем гитаре, прыгал по сцене, я отключал. А кроме того, там был фестиваль совершенно народный, там были настоящие ахыны. Они выступали с одним палкой и два струна, и они отлично не играли. И сочиняли на ходу то, что им в этот момент приходило в голову, понимаете? Я думаю, я сижу месяцами, я уже говорил, годами, иногда десятилетиями, а вот что видит, потом поет. Думаю, неплохо, интересно, а мне слабо, да? И вернулся в Москву, и еду в университет на занятия. Так, кстати, анекдот про двух акынов, я всегда рассказываю, анекдот про двух акынов. Это последнее предисловие перед известной. Идет конкурс акынов. Выходит молодой акын, у него инструмент с двумя струнами, и он на них. Так, два часа. А потом появляется умудренный опытом седобородый акын, который делает так. Комиссия заседает, побеждает, конечно, мудрость. Зрелый, умудренный опытом седой акын выиграл, к нему тут же подбегает корреспондент, говорит, скажите, пожалуйста, а почему вот вы, а он? Задумался, говорит, молодой еще, ищет. Новых форм и думаю, дай-ка я сейчас опишу все, что я вижу сейчас из окна троллейбуса. Вот проезжал я забыл, как назывался, как фамилия была, другая фамилия троллейбуса. Как он был троллейбус, когда шел по Ленинскому проспекту и проезжал мимо магазина электроника. Вот тогда еще, да? 30 лет. 30 лет, что-то какой-то там проспектик, вы узнаете, вот эта песня исключительно из окна проекта. В ней больше ничего не будет. Никакого смысла. В ней даже и то, как вы реально сразу же сделали. Итак, два часа. Магазин, а не электроника. Стоят машинчики, пожалуй. Или электронику тушить зеленую водой. Но не горела электроника. Где приехали пожарные, и
работа не досталась. Ты пораньше домой. Ай, его чица, ай, его чица. Ай, домой уже не хочется. Ай, с огнем бороться преисподней. И с огнем бороться хочется. И тройку спасает хулигана телефонного, что и встревожил ложным вызовом. Связать тугим брат свой нам хочется и всей команды покусать. Ты ж его найдешь, ты где ж его найдешь. У магазина электроника ажиотация кошмарная. Там продается электроника, 10 берут по 3 кило. А мы с тобой улыбаемся, как безработные пожарные. Все давно бы потушили бы, когда бы было бы чего. Но нету ничего, но нету ничего. Но нету ничего, но нету ничего. Из-под каждого нашего шага и избранник сезона июль изумрудный костер раздувал. Мы хотели дойти до реки, а дошли лишь до бровки оврага. И на самом краю мы устроили первый привал. Мы устроили первый привал. Ах, как время бесшумно текло на краю земляничной поляны, что в июне успев отсвести, вдруг укуталась сладким ковром. Мы хотели собрать полкило, а собрали едва с полстакан. Да ведь это на обратном пути растеряли. Мы свернули в открытое лето, мотыльки разлетались в кусты, слыша дерзкие наши шаги. Мы стихи сочиняли вдвоем, но сложить не смогли куплета. Видно, головы были пусты, или заняты были другим. Или заняты были другим. Видно, два большелапущих заблутали в просторах великих и вернулись к заветной прямой, испугавшись блуждать до зари. Мы направили счастье искать, а нашли только горсть земляники. Да и тут по дороге домой все просыпали. Черт подери, все просыпали, черт подери.
назад я, лет шесть назад я выпускник кафедры физической географии зарубежной страны. Географический факультет Московского университета наконец первый раз попал на границу США и Канады и своими глазами увидел Ниагарский водопад. Тот самый, про который когда-то я знал все. Ширину, высоту, длину, соленость, плотность, расход воды, перепад, распад, все упад. PH. Я знал не только его PH, я даже знал, что такое PH. И многое другое я тогда знал. Но когда я увидел эту мощь, кто-то видел эту живую, кто видел, тот будет, то был не знаю. Ребята, это нечто. Представить себе, что это такое достаточно обыденное явление природы. Это даже не астероид, который летит к Земле, это просто водопад. Ты следующий рядом с ним понимаешь, что с этой силой ничто сравниться не может. Тебя что-то внутри такое возникает, что хочется, не знаю, что-то такое сделать хорошее, плохое. Вам уже хорошо. Я сочинил песню. Так, у меня небольшая просьба будет. Чуть-чуть добавьте в ней гитару, а я ее приберу к себе. А вы ее еще чуть-чуть добавьте в нее. Первые действия добавляете. Я вот так. Смотрим, что получилось. Еще добавьте. А теперь добавьте мне ее в монитор еще. Прямо смело еще. Вот как-то тут, да. Спасибо. Я потому что эту песню волнуюсь очень играть. Я ее сочинил, а несколько лет играть мог не учиться играть. Там прямо такое должно быть. Сейчас тоже не получается, наверное, у вас не нравится. Песня называется «Ниагара». Скажите мне, куда всегда спешит вода, и можно ли за хвост поймать тот мелкий ручеёк, что может без труда куличики твои сломать? Ты помнишь, как тебя весенний первый гром игрушки заставлял бросать и мчаться босиком, совочком и с ведром кулички свои спасать? Вот было б славно, если бы смогли остановить поток неукротимый твои валы изменные земли, твои забруды, твои плотины. Но вновь и вновь все хитрости твои идут не впрок и пропадают так. Ведь будучи забруженный ручьи, мой друг умеет превращаться в Ниагары. Ведь будучи запруженный ручьи, мой друг, умеет превращаться в Ниагары. И что ли распознать от водяной стены теперь уже мартышки друг? И налетевший шквал забрызгал все штаны ошметками твоих запруд. И жизнь так коротка, и вечность так близка, и не хватает слов в строке. И ты, как идиот, стоишь с ведром песка и маленьким совком в руке. И пусть насквозь промок сухой поёт, ни к чему на праздничном банкете. Забудь, мой друг, все игры в ручеёк, нам не по рангу забавы эти. И пусть опять не задался стишок, и пусть опять, чтобы у свиньи не мать. Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг, пока не пересохнет Ниагара. Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг, пока не пересохнет Ниагара.
высылать из памяти картины тех дивных дней, когда прощальный взгляд взрывал запруды, кружил плотины и размышлял чертя карандашом поверх строки аккорды для гитар о том, как все бы было хорошо, мой друг, когда в небе пересохла Ниагара. О том, как все бы было хорошо, мой друг, когда в небе пересохла Ниагара.
спасибо большое. В 2013, 3 года назад, около 3 лет назад, вышел последний по времени диск, который назывался, сольный диск, который назывался, как я говорил обычно, «Скромно, но красиво». Он назывался «Самый лучший в мире». Все удивляются, почему? Почему? На самом деле, это название, в общем, не вполне серьезное название одной из песен, вы сейчас поймете, о чем идет речь. Мой нежный друг, поскорее любви, без пепельниц сугроб, и зажигалкой не лишь начнуть на мелкие куски. На всей земле нет почти что ничего такого, что могло быть адекватной причиной твоей печали и тоски. Пускай порой улыбается судьба улыбкой барракуды, и достается твой праздничный пирог пресняному врагу. Поверь, мой друг, на земле ничего морального, погода. Есть у тебя самый лучший в мире я, который все могу. Как беда, словно темная вода, огромной волною, на горизонте появится шипя, как словно я змея. Ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиною, как стеною, тебя укроет от яростных штормов твой лучший в мире я. Ведь я умею бороться и искать, найти и не сдаваться. Я смел, как ветер, пускай все силы зла зарубят на носу. Что я сильнее, чем они, и я тебя не заставлю волноваться. Ведь если что, я из воздуха соткнусь, и я тебя спасу. Гордыня буян, боясь казаться жалким, не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще, а потому что я просто вечный раб волшебный зажигалки, и на большом расстоянии от нее без помощи вообще. Вот почему мне не быть твоим огнем, когда начнет смеркаться. И потихоньку исчезнет дивный дар, которым я владел. Я не сумею, не будучи твоим, из воздуха собраться. Ты извини, любых волшебных сил имеется предел. И в час, когда с четырех сторон беда находит водопадом, тратишь правый путь, ты в сумрачном лесу. Ты знай, мой друг, что я буду рядом, что меня не будет рядом, и я никак не смогу тебя спасти. Но все-таки спасу. Ты знай, мой друг, что я буду далеко, что меня не будет рядом, и я никак не смогу тебя спасти, а? Все-таки спасу.
Спасибо большое. Следующая песня появилась чуть позже, зимой 2013 года. Зима 2013 года, если вы помните, она вообще не кончалась. Она была такая бесконечная. Была даже такая шутка, что февраль 2013 года по разным оценкам длился от 42 до 68 дней. По оценкам разных метеорологических станций. Разные. И давайте пробовали, зайдите, есть там Десметьево, а есть еще какие-то приложения, погода. Разница между ними иногда составляет 27 градусов Цельсия. То есть один говорит, что завтра будет плюс 1, другой говорит, минус 26. Главное, среднее арифметическое, это нет смысла брать. Потому что они не поэтому, в принципе, работают. Так вот, тот год не, в тот год зима не кончалась. Вообще. Песня, которую вы сейчас услышите, написана была примерно 48 февраля 2013 года, когда зима по анатомически неверному, но эмоционально очень точному выражению одному из моих друзей встала уже всем вот здесь, в печенок. Захотелось что-то бодрого, такого, веселого, возвышенного, чтобы оторвало цвели куда-то приподняло, облагородило. Осталось как последствия на так появилась песня, которая называется «Все пропало». Представляю ее вашему. Все пропало. Похоже, что ранняя земля не наступит. То спалят суховей поля. Катаклизмы в природе с людским скудоумием вкупе не оставили шансов несчастной планете Земля. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленной стаей, но похоже, что сгинут во мраке грядущих веков. Белый буйвол и синий орел, и форель золотая, вместе с множеством прочих полезных и добрых цветков. Стадо горных козлов окончательно всех заботало. Все бессмысленней песни, все хуже, плохое кино. Самых светлых надежд человечество не оправдало. И исчезло теперь за ненужность. Обречено. Ну, в общем, дело дошло до последней ступени маразма. И логично бы было обманывать шею пенькой. Отчего же суровой реальности не сообразно? Мне не страшен ни горный козел, ни мятежный повстанец, ни вспросившийся климат, страну погрузивший в бурбу. Мне не нужен ваш цирк гусарей, покажите мне палец. Постигните смысл выражения, я рожу не могу. Я не псих, у меня лишь чуть-чуть что-то где-то забылось. И стремительно на бок уехала, треснув по шву. С той секунды, как ты оглянулась,
понял, зачем на земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Небольшую часть первого отделения я хотел бы посвятить одной теме, которая в последнее время мне стала очень близка. Началось все несколько лет назад, буквально два слова нельзя про это не рассказать. Началось все несколько лет назад, когда я прочитал в одном журнале интервью выдающегося, я считаю, композитора современности Эндрю Ллойда Вебера. Все вы знаете наверняка, да? Наш школьный ансамбль «Вечный год» в свое время даже играл. В Москве, кстати, сейчас идет один из его самых знаменитых мюзиклов «Призрак оперы». Я имею честь быть автором русского текста этого произведения. Дико интересная была работа, чуть больше года она длилась. Я там познакомился чуть ли не вообще с автором оригинального английского либретто. Пришлось познакомиться, потому что он проверял, что я делал. Познакомился с постановщиками, с дирижером, постановщиком с нью-йоркской постановкой. Невероятно интересная история. И вообще, многие спрашивают, чем я занимаюсь, в основном я занимаюсь этим. А это хобби, в котором сейчас у меня возникает перерыв, и еще два спектакля сейчас будут сочиняться, два мюзикла по заказам, переводится на русский язык, один сочиняется давно, 42 песни сочиняются, еще одна есть тайная идея, взять псевдоним, как-нибудь псевдонимом сочинить подпольный диспатерный песен. Дело в том, что невозможно, не понимаете? Кто может запретить эти слова? А все происходящее вынуждает. Просто вынуждает. Я уже жду, когда у меня кошка с утра будет просыпаться. А ведь будет. И еще более того, что происходит, так и нет. Она наслушается. Гречка. Речь об Эндрю Ллойде Вебере, авторе бессмертных произведений. «Призрак оперы», «Кошки», «Иисус Христос». «Иисус Христос, суперзвезда» вообще был национальной народной рок-оперой русской. «Наш колхоз, наш колхоз, выполнил план по удою полз». Вы же помните это, да? Вы лично, что оказывается, была совершенно целая рок-опера. Называется она «Пятская революция». Например, апостолы в самом начале пели «Зимний дзян, что бы это значит, и зимний дзян, что бы это значит, вот идет Феликс Эдемондович, вот идет Феликс Эдемондович». И вот этот человек, Эндрю Ллойд Вебер, его интервью я читал в газете, в журнале. Автор бессмертного, можно сказать, «Отрежемо, отрежемо, отрежемо, много, надо, не надо, я буду летать». В одном из своих интервью сказал, самое большое несчастье моей жизни заключается в том, что не я сочинил «Естерби». Я понимаю, мало того, что не я сочинил «Естерби», я еще и не Эндрю Ллойд Вебер. Я не сочинял даже «Отрежем» и про ногу не сочинял. Даже обидно. Но я подумал, а что мне мешает петь все эти замечательные песни в своих концертах? И понял, что мешает. Они написаны в основном на иностранных языках, а петь хочется на своем родном, чтобы свои родные понимают. Я подумал, а что мне мешает перевести это на мой родной язык? Потом понял, что я мешает мне, что я не все эти языки знаю. Здесь вы не знаете итальянский? Отлично, можно смело петь. Следующая песня переведена мной с итальянского языка, которую я не звук набыл. Но я ее когда услышал, я понял, что ее нельзя. Нельзя не спеть по-русски. Тем более, что там припев был по-английски, что облегчало мне. И вот я и то, и другое в результате нашел людей, которые хорошо знали итальянский, они мне перевели смысл этой песни. И я понял, что я сразу по сходу догадался, про что она. Я угадал, она про любовь. Паоло Конте.
Вот и он здесь почти неизвестен. А человеку 77 или 78 лет, сейчас, боюсь сглазить, идут переговоры о его возможном концерте в Москве. Если это произойдет, ребят, бросайте все и бегите, потому что вы придете и вы увидите человека, которому под 80, который он блестящий музыкант, великолепный композитор, он очень странный исполнитель, он поет, стараясь не попасть ни в одну ноту, ему почти всегда удается. Он так как-то хрипит себе что-то в усы, но каким-то удивительным задаточным образом все, что он поет, понятно. И ты понимаешь, что нет не только языков, нет национальностей, нет границ, это все люди придумали. Есть что-то такое более важное, что точно доходит до тебя. Когда я был на его позапрошлом году на его концерте в Вене, в зале на 5000 человек были люди, разговаривающие на всех языках. Он пел без переводчика на своем родном итальянском, не говорил больше ни одного слова, и все было понятно до единого слова. А потому что понятно. Но не все понятно. Он удивительный человек, и я надеюсь, что этот концерт состоится. А эту песню, когда услышал, я понял, что не может быть, что абсолютно гениальную песню можно было в 21 веке сочинить на трех аккордах. А потом даже наступил припев, я понял, что там еще есть полтора аккорда, там 4,5 аккорда этой песни. По-итальянски она называется «Via con me», что, как мне сказали люди, знающие итальянский, в переводе означает «прочь отсюда, скорее вместе со мной». Я решил по-русски, слишком длинное название. По-русски она просто называется «вместе». Это, конечно, никакой не перевод, это попытка стилистического подражания, это попытка воссоздать на русском языке тот волшебный и удивительный верлибр, где нет ни размера, ни ударений, ни строк, которым владеет Конте безукоризненно. Пауло Конте. Вместе. Это синего фиал. Раз. Мир бы не был сержан, если б не музыка. То единственное, что смысл имеет, Несбыточен мой сладкий сон. Несбыточен. Но вновь и вновь он снится мне. Вместе. Вместе скрыться навсегда. В омут голубого цвета глаза рукой прикрыв ныряет. Разве так уж много мы теряли? Ведь финалу пьесы этой не повторяется никогда. Несбыточен, мой сладкий сон. Несбыточен, но вновь и вновь он снится мне. Вместе. Чебу-чебу-чебу-чебу-чебу-чебу-чебу. Вместе. Взять и убежать. Разве мне так много надо? Где-то у края рай. Медленно до маска рая, тебя едва касаюсь взглядом. Несбыточен мой сладкий сон. Несбыточен, но вновь и вновь он снится мне. Вместе. It's wonderful, I dream of you. Cheese.
Спасибо большое. Вот в этом месте я особенно остро жалею, что не мог это сочинить. Хотя мне кажется, что если бы я знал итальянский, я бы прям так вот точно и сочинил. А что там, три аккорда? Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. С этой песней как-то можно понять. А что касается следующей, я вообще не могу себе представить, что ее мог сочинить. Житель Земли, мне кажется, что это что-то. Это произошло на другой планете. Несколько лет назад, да не несколько, а уже почти 10 лет назад. Ирина Богушевская, чье имя вам здесь наверняка хорошо известно. Я, вы знаете, во многих местах бывал, и Ира не на всех континентах. Бывало. Но где бы я не выступал, где бы я не пел, я когда пою песни из этого цикла, о котором сейчас вас вам скажу, я все время говорю, вот Ирина Богушевская пришла мысль такая перевести на русский язык песни Антонио Карлоса Жердина, на русские песни, ставшие ядром нового течения в середине прошлого 20 века, появившегося босса-нова. И говорю, ну, имя, которое здесь, наверное, хорошо известно. И я везде встречаю не только общее понимание, а потом ко мне все прибегают, очень дергают меня назад и спрашивают, а когда она там другие? Мы тут все песни ее поем. Я говорю, она как будто она считает, что она вот не авторская песня. Она говорит, нам она все равно. Говорят мне люди по всей планете, включая Австралию. Они говорят, пусть приезжают. Мы перевели с ней на русский язык почти больше полутора десятков песен Антонио Карлоса Жердина. Мы полгода назад даже записали диск. И мы не можем его выпустить, у нас нет на него прав. Это очень серьезная международная история, с которой мы воюем, боремся, за которую мы бьемся, но мы постараемся в ближайшее время вас с этим потрясающим, на мой взгляд, потрясающим диском, потому что аранжировки для него делал Вячеслав Сержанов, там играет 42 музыканта, большая струнная группа, духовая группа, очень красивая. А сейчас мы позволим себе познакомить вас с некими отрывками из этой истории. Почти бестелесно, походкой небесной проходит она. Столь безмозгло пленительно и несравненно, что каждый готов угодить в этот плен, но она неизменно приходит одна. И словно громом на месте вновь поражен на повалья той красотой в каждом жесте, что в мечтах лишь своих рисовал я. О, почему мы не вместе? А зачем я несчастный, не там рядом с ней, когда отдыхался в своем снеге, на миром отеле восходит она, восходит она. Идет, танцует сквозь крики улыбок, сквозь нежные
значительной степени на одной ноте. Вы это заметите сейчас. Потом, правда, она приобретает некоторые знания. Переведена она практически точно на русский язык. Нам удалось донести вот весь смысл этой песни. Весь ее неглубокий смысл. Я нашел такую ноту, всех умных она звучит. Все оставшиеся ноты отдыхают рядом с ней. Если ноту я другую ненароком запою, после снова не могу я не исполнить то свое. Крутится понятие, хожу, ничего не понимаю, не понимаю. Просто надо это никогда я из души не принимаю. Я принимаю утро, фото, ночью, пьяно, и сегодня, и потом. Пусть не мог я постоянный мой любимый камертон. Прею ноты на планеты, которые мне позвонили. Я же помню твой камертон, и другие не просили. Самый первый, написанный когда-то в 1958 году, постановой песни, которая называется, по-португальски называется «Чеки де Саудаде», а русский перевод, точно перевода не существует. Да, но по-английски она называется «Новому блюз», что и тоже по-русски. В смысле, не «Новому блюз», а «Новому». А по-русски, значит, хватит. И последнее, что я хочу сказать, перед тем, как мы начнем петь, я хочу сказать огромное спасибо Ильзе за то, что сегодня пришла. Грусть моя, скорее, спеши за ней, скажи, что плачет сердце мое, что горька разлука, что злую муку жизнь превратилась без нее. Где найти спасение, аккурат поцелуем, будет вода в печи. Разве вам не ясно, что напрасно так страдаем, мы ревнуем, мы что счастье минуем, и между поцелуем не сумеем друг другу мы объяснить, чтобы ты не мечтай нас, и не успела соединить. Oh,
жарких поцелуев будет в этот вечер. Разве нам не ясно, что напрасно там страдаем, ревнуем, мы что счастье не ревнуем, и между поцелуями сумеем друг другу объяснить, что только ниточка нас время успела соединить. И совершенно бесполезно пытаться порвать нить. Совершенно бесполезно пытаться, даже пытаться, даже пытаться. Спасибо, друзья. Он здоров, друзья. Спасибо.